Анди Каванде. Я вас очень люблю. Я благодарен безмерно. Счастлив произносить ваше имя, отчество, вашу фамилию. Счастлив следить за вами. Петрова Анна Николаевна награждается золотым знаком Союза театральных деятелей Российской Федерации. В скобках ВТО. Подождите, ну что вы тянете? Ну, ручка. За вклад в развитие театрального искусства России, ура! Петрова. Кто она? Неподражаемая. Реформатор. Провокатор. Планета. Дерзкая. Чудо сотворяющая. Музыкальная. Обожаемая. Современная. Царственная. Удивительная. Проницательная. Космическая. Рок-н-ролльная. Мозговзрывательная. Ослепительная. Сильная. Мудрая. Божественная. Лучшая. Справедливая. Свободная. Очаровательная. Вселенская. Вечная. Незаменимая. Думавочка. Не надо стесняться. Анечка. Цифры такой. Анечка. Пора восхищаться. Сколько мы знаем учеников, Безруков, Брусникин, Миронов, Машков. Вы резонатор. Вы резонатор. Наших сердец. Наших сердец. Опора под ребрами. И, наконец, вы мастер, учитель, наставник, профессор. Я из-за вас уздечку подрезал. Еще из-за вас я вина много пью. Я просто нужную пробку ищу. С 18-м вас юбилеем мы поздравляем. Алихаркали харми. Харри, вам желаем. You look is easy, cause you're beautiful. Every day in my life, I just want to love you. Благодарю тебя. И все, кто сегодня здесь, из моих друзей, и все, кто сегодня не смог прийти, тебя любят и обнимают, и Иван Иванович, и все. Спасибо тебе за все. Анна Николаевна учила всех 20, 22, 25-летних хипстеров быть молодыми. И это происходило на моих глазах. Ты понимаешь, что... Я хочу в 90 так же, я хочу в 90 на каблуках, я хочу в 90 улыбаться, ведь вот такой зал друзей, людей, которым я благодарна. Спасибо вам большое, я завидую от души и благодарю за то, что я хочу сказать. Что ты делаешь что-то с языком, ты действительно признаешь, что это бессмысленное сочетание звуков. Но дело, конечно, не в них, а дело в том, что Анна Николаевна делает с тобой. И это совершенно невероятно. Встретить вас в своей жизни для каждого человека это огромное счастье. И я знаю, сколько людей вокруг, совсем молодых, считают вас абсолютным таким своим собственным гуру. Чего нам бы хотелось, это оставайтесь с нами всегда. Огромный вам поклон, большое вам спасибо. Вы сделали не только меня, но и всех теми, кто мы есть сейчас. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, за то, что... Вы занимаетесь такими бездарами, как мы. Ужасно вас
Уважаю, ужасно ценю. Вот это уже абсолютно такую многолетнюю профессиональную дружбу. Пожалуйста, оставайтесь такой, какая вы есть. Тебя я понимаю. Мой друг! Не мучай меня, молю. Знаешь ты, как сильно я люблю. Не знаешь ты, как тяжко я страдаю. Помню это все, но особенно греет душу один эпизод. Я позвонил рассказать вам, когда и где. Вы же задали один вопрос. Какого цвета там стены? Ну, это малахитовый зал, а что? Как что? Я должна понимать, как мне одеться. Оделись. Ничего более эффектного малахитовые стены не видели ни до, ни после. Рождение творческое ваше началось в Щепкинском училище. И мы счастливы, что вы наша, а мы всегда ваши. Вы женщина совершенства, вы педагог совершенства, вы прекрасный, вы пример для нас. Восхищаемся, любим. И дай Бог вам многое лето и прекрасного, замечательного здоровья, сил и энергии. Анна Николаевна. Я по-прежнему замираю от восторга. Я по-прежнему ориентируюсь на вас. Вы по-прежнему мой пример, и это можно подумать, что это плагиат, об этом сказала Наташа Синдеева, но честное слово, я хочу так же, глядя на вас, хочу так же. Я бесконечно горда быть вашей ученицей. Я благодарю вас за все. Это не исчерпывается профессией. Поздравляю вас с днем рождения. Будьте здоровы и просто будьте. Все вспоминают свою первую встречу. Анна Николаевна не преподавала у нас на курсе, но иногда, изредка, она Виктора Владимировича заменяла. Было такое. И моя первая встреча была такой. Я не успел даже... Вы это не помните. Вы, наверное, многие так делали. Но я не успел войти в аудиторию. У меня... Что-то стали про челюсть говорить. Прошло много лет, и я сейчас уже общаюсь с вами, изображая свободного худрука и режиссера, а у меня по-прежнему ощущение, что... Держите. Если печаль идет порой, если уснуть нельзя и да, я набираю номер бой, просто так. Каждый год, 22 сентября, будет юбилейный Анны Николаевны Петровой. Мы будем приходить, целовать на микрофон всякие песни, читать страховорки. Мы вас очень любим, дорогая наша. Очень, очень, очень. Ура, товарищи! Спасибо вам.